10 лет назад сериал о жизни кадетов Суворовского училища смотрели практически все, а за Макара, Синицу, Сухого и Печку переживали как за близких людей. Сегодня вспоминаем любимых героев. Что же стало с актерами кадетства за это время? Сыгравший главного героя сериала «Кадетство» сплошь положительного кадета Макарова Александр Головин, в отличие от своих товарищей, на съемочную площадку пришел знаменитым, так как с ранних лет снимался в «Ералаше». Это ж я! Ребят, у меня тут шнурок порвался! Вы идите, а я задержусь! Ну а широкую известность юному актеру принес вышедший в 2006 году фильм «Сволочи». Да и на главную роль пылкого курсанта никто не подошел бы лучше, чем актер Александр, ведь он вырос в семье военного, его отец был летчиком. Свой карьерный путь Саша начинал в модельном агентстве Славы Зайцева, где его заметили и начали предлагать роли в рекламе. Еще в детстве Саша показал свой театральный талант, получив роль маленького Сани Григорьева в труппе мюзикла «Норд-Ост». Также он снялся во всех фильмах франшизы «Елки», в том числе и новом, уже пятом по счету, который должен выйти в декабре 2016 года. На протяжении двух лет, что выходил сериал, школьницы вздыхали именно по Головину, который сейчас, 10 лет спустя, продолжает быть востребованным в кино и на телевидении. Сегодня Александр активно снимается и служит в театре. Помимо работы в кино и театре, активно увлекается музыкой, играет на ударных, занимается мото и автоспортом. Всем привет, друзья! Меня зовут Дима Саранча. Саша Головин. Привет всем. Мы пишем новую совместную песню, которая называется «Шагаем». Шагаем под облаками среди людей и машин. Но есть новость, которая может огорчить его преданных поклонниц. Саша, долгое время скрывавший свою личную жизнь, все же встретил любовь и решил показать ее в Инстаграм. Так что сердце кадета занято. Еще один полноправный кандидат в сердцееды – актер Аристарх Венес. Мальчик родился в актерской семье и имеет греческие корни. Ходить на кастинги Аристарх начал очень рано. Из-за плотного графика он окончил школу экстерном и уже в 15 лет поступил в школу-студию МХАТ. Вместе с Александром Головиным Аристарх перекочевал из сериала «Кадеты» в «Кадетство». И так же, как и у Головина, его карьера после окончания проекта пошла в гору. После роли Сухого Венес продолжает сниматься в сериалах «Анжелика», «Закон каменных джунглей», «Отбросы» и начинает покорять большой экран. Он не обделен вниманием девушек, но и его сердце уже не свободно. Оно принадлежит актрисе и коллеге по съемочной площадке Ане Горбачевой. Их отношения активно обсуждаются в сети, а сами ребята не стесняются выкладывать фотографии совместных путешествий. Похоже, Шинель играет не последнюю роль в привлекательности мужчины. Ну, пацаны, я пошел. Все пристегнулись. Вот урод. Сыгравший кадета Левакова Иван Добронравов, может быть, и не вспоминается первым при упоминании сериала, зато его фильмография по-настоящему впечатляет. «Елена и возвращение» Андрея Звягинцева, артхаусное «Короткое замыкание», из сериалов «Метод» и «Екатерина». Ваня родился в династии актеров и с детства играл в театре. В сериале «Кадетство» он не изменил своему образу спокойного и стойкого парня и отлично смотрелся в форме. Останавливаться на достигнутом сын Федора Добронравова явно не собирается. Таким же тихим и скромным он остался и по сей день. Ваня не выставляет свою жизнь на показ, не ведет Инстаграм, но много играет в театре, снимается в кино, участвует в благотворительных акциях. А о том, кто является дамой его сердца, никому ничего не известно. Я смотрю, ты тут недалеко уполз. Настроения нет. Да и интернет не очень. Борис Корчевников, к удивлению многих, гораздо старше своих коллег по съемочной площадке и в 24 года сыграл подростка. Бориса воспитывала мама, которая работала заместителем директора театра, и мальчик с детства был погружен в актерское искусство. С юных лет Боря играл в спектаклях, и ему посчастливилось поработать со многими известными актерами. Но со временем Борис увлекся журналистикой и, поступив в школу-студию МХАТ, параллельно учился на факультете журналистики МГУ. После кадетства Корчевников постепенно отошел от игрового кино и ударился в тележурналистику. К своим годам бывший кадет Синицын успел стать членом Академии российского телевидения и популярным телеведущим. Сегодня он работает на самых крупных каналах – НТВ, СТС, «Россия-1», где ведет свои телепередачи. Пожалуй, самый громкий его проект на данный момент – ток-шоу «Прямой эфир» на канале «Россия-1». А в 2014 году тайно женился на актрисе Сесиль Свердловой.
Если страна хочет быть великой державой, она обязана отстаивать свои национальные интересы. Кирилл Емельянов, как и многие в этом сериале, прошел школу Ералаша, хотя он не из актерской семьи. В кино он попал по воле случая. Однажды в школу пришел кастинг-директор из Ералаша и выбрал его. Емельянов снимался в фильме «Сволочи» вместе с Александром Головиным. И, как вспоминает Борис Корчевников, в тот день, в мае 2006 года, когда актеры погрузились в автобус, чтобы ехать в Тверь на съемки «Кадетства», эти двое уже были звездами. После съемок в сериале на него обрушился ошеломительный успех, хоть он и сыграл отрицательного героя. После окончания сериала и его продолжения «Кремлевские курсанты» в 2011 году Емельянов окончил ГИТИС, после чего стал актером школы современной пьесы. Помимо театральных постановок, Емельянов время от времени снимается в сериалах, как правило, в небольших ролях. Он вообще, на удивление, стал очень деловым и целеустремленным парнем. Мало того, что он ведет клубный бизнес и активно занимается благотворительностью, несмотря на юный возраст, у него уже есть полноценная семья. В 2010 году Кирилл женился на актрисе Екатерине Директоренко. В 19 лет у него появился сын Степан, а в 2013 году Василий. Кирилл активно крутится в мире шоу-бизнеса, дружит со многими рэп-исполнителями и заботится о семье. Что ты сказал про моего папашу? Че слышишь? Папаша стукач и сынок туда же. Ах ты, падла! Артур Сапильник, как все остальные участники проекта «Кадетство», получил славу и всенародное признание. Артур с детства брал уроки актерского мастерства, окончил театральное училище имени Щепкина и сейчас служит в театре. После роли в сериале «Кадетство» Артур плавно переместился в «Ранетки», затем в «Марьину рощу» и «Фурцеву». А в 2014 году снялся в одном из самых популярных сериалов последних лет – «Физруке». Многие приписывали ему роман с коллегой по съемочной площадке «Физрука» Полиной Гренц, но ребята опровергли эти слухи. Я не знаю. Честно, скажу одно. Воспоминания. Очень тяжело. Артем Терехов пришел в «Кадетство» во втором сезоне, когда ему было уже 21 год. Артем вырос в Зеленограде, где занимался в местной театральной студии. Сериал принес ему немалую популярность, но актер вскоре пропал из виду и редко делится снимками в своем аккаунте ВКонтакте. Он поступил на актерский факультет Международного славянского университета и продолжает сниматься в российских фильмах и сериалах. Запомни, Рита, она моя. Мы познакомились. Пригласил. Мы познакомились. Танцевать, дискотека. Да, пригласил. Пригласил. Девушка, можно вас? Пригласил. Павел Бессонов с детства мечтал стать актером. Его отдали в школу актерского мастерства, и вскоре он начал получать предложения. До кадетства будущий суворовец Печка снимался в Ералаше, а также сыграл небольшие роли в сериалах «Лебединый рай» и «Фирменная история». Паша с детства был полным, но это делало его образ еще более востребованным. И вот он, наконец, получил роль в сериале «Кадетство». Но, похоже, тягу к славе перебила любовь к девушке. В 2010 году Павел отправился на отдых в Крым, где встретил Зинаиду и полюбил ее. А через два года они поженились. Но, к сожалению, в конце 2015 года Павел и Зинаида развелись. Сейчас Паша хочет попробовать свои силы в режиссуре и снять свою собственную молодежную комедию. Ставь лайк, если смотрел сериал «Кадетство». Пиши в комментариях, кто из героев нравился тебе больше всех. Подписывайся на канал, впереди еще много интересных героев. Удачи!